Франти попала к нам в тяжелейшем состоянии. Она не молода. Тусклая шкура висит. Рубцы от покусов и старых ран. Нет куска передней лапки. Сломано ребро. В брюшной полости пуля и игла. Она не молода, но ее изношенный организм и изможденное тело говорит о том, что она глубокая старушка. Похоже, она никогда не знала тепла и заботы. Так, это Франти. Мы сделали гастроскопию. К сожалению, иголки в желудке нету. Вероятнее всего, она в конце 12-перстной кишки и выходит в брюшную часть, судя по рентгену. Гастроскоп, к сожалению, в эту область не зашел по длине. Ну вот. Просыпается уже. Завтра посмотрим в динамике снимки. Если игла осталась на месте, тогда придется делать, к сожалению, уже диагностическую лапаротомию. Это вчерашний снимок. Край иглы проецируется на уровне тонкого отдела 12-перстной кишки, тонкого отдела кишечника. А на сегодняшнем снимке она полностью визуализируется на месте печени. Из печени ее достать, ну, я не смогу. Операцию сделали и вытащили эту злополучную иглу. Но когда стали зашивать, остановилось сердце. Врачи сделали все возможное, но не смогли ее реанимировать. Не выдержала ее хрупкое, изношенное сердечко той боли, которую ей пришлось пережить за всю ее бродячую жизнь. Дело в том, что иголка у нее была недавно. Иголка была недавно, потому что, посмотрите, два куска сырых мяса. В этих кусках ей дали иглу, а все остальное, весь кишечник забит травой. Она умирала от голода, ребята, от истощения, от голода, от холода, от морозов. И все твари шли мимо. А потом какой-то ублюдок еще и дал. Не пожалел же тварь взять два кусочка мяса и засунуть в них иголку. Она просто проглотила. Скорее всего, когда желудок начал сокращаться, иголка выпала из этого мяса. И пошла по кишечнику. Она бы все равно умерла, ребята. Ненавижу, ребята. Как же я ненавижу этих ублюдков. Бездомные псы умирают спокойно, без шума, без крика, приняв все как есть. Как будто им вовсе не страшно, не больно. На солнце блестит их потертая шерсть. Бездомные псы умирают так тихо, так грустно, как будто апрельский снежок. И в рай попадают, где служат им гидом какой-то нелепый собачий божок. Бездомные псы видят сны о хорошем, о светлом, волшебном и солнечном дне, где дети, усадьба, хозяева, кошки и голос команды «Шарик, ко мне!» Им снятся забота, тепло, в тихом доме уют, как треплет их кто-то по милым мордашкам, как чешут им спинку и кушать дают. Бездомные псы, они очень ранимы, их сердце большое, как сдобный калач, и часто ночами тогда, когда спим мы слышим их тихий и жалобный плач. Бездомные псы свирепеют от злобы, садистских наклонностей глупых детей, и хлупят ногами козлы и уроды, кидают камнями на спор, кто сильней. Бездомные псы уходят на небо,
Их главная заповедь — верность храни. Но некому, не для кого, просто нету. Вот так погибают бездомные псы. От острых ранений, еды ядовитой, от пуль. И в приютах, попав под авто, бездомные псы умирают в обиде, не поняв, не зная ответа за что. Когда небеса вдруг полны облаками, на землю роняя прохладу дождей, их души собачьи летают над нами, вселяясь в хороших и добрых людей.